निवृत्ततर्षैरुपगीयमानद् भवौषधाच्छत्रमनोविरामद् को उत्तमश्लोकगुणानुवादद् विरम्येत विरापशुघ्नाद्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। Гаудия Гошчапати, Шила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если мы не чувствуем достаточного влечения к апракрита камадеву, то материальная кама, материальное вожделение, оно охватит нас и сбросит нас в океан страданий. Гаудия Гошчапати, Шила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если мы не чувствуем достаточного привлечения к трансцендентному апракрита камадеву, то тогда, несомненно, мы попадем в океан страданий. Если у нас не будет должной любви к трансцендентному камадеву, то тогда материальный камадев, он захватит нас. И вот та шлока, с которой я начал, она из Шримад Бхагаватам, из 10 части. А Харикатха, она подобна медицине, подобна лекарству, но трансцендентный звук Шабда Брахман, кто примет его, это абсолютную истину, те, кто не могут выразить почтение к такой относительно истине, то как можно ожидать, что такие люди могут выразить свое почтение к абсолютной истине? То есть люди, не уважающие относительную истину, как они могут уважать абсолютную истину? Accept them. We cannot expect those who have sufficient consciousness. И вот те, у кого есть достаточно сознания, они не могут избежать того, чтобы слушать Харикатху. Харикатха, она может спасти нас. И те, кто очень горды, и те, кто из-за своей гордости оскорбляют гуру и вайшнавов, мы должны быть очень осторожны с ними. Бхарати Махарадж говорил, что чтобы проявить абсолютную истину и критиковать кого-то, это разные вещи. Критицизм — это нечто отдельное, это происходит обычно из-за зависти. Но если мы хотим сказать о каком-то факте или о какой-то абсолютной истине, то это не критицизм. Много раз я уже говорил, что Шрила Прабхупад говорил, что если мы критикуем кого-то, если мы слишком одобряем кого-то, восхваляем, Пракрити и Пуруш. Пракрити — это природа, и Пуруш. Есть два вида Пуруша, можно найти. Один — Параматма, Парампуруш, Пурушоттама, а другой Пуруш — это Дживатма. Это тоже Пуруш, поскольку есть у него ложное эго. Концепция такого делающего — это то, Пурушакар на санскрите называется, те, у кого есть этот Пурушакар, те, кто зависит от своей собственной силы, собственной воли, хотя своими силами обрести что-то под именем баджана, какие-то материальные люди тоже, которые озабочены потерями, приобретениями, выгодами, потерей, и о них Шрила Прабхупад говорит. Что мы не должны критиковать кого-то или восхвалять кого-то, поскольку если мы кого-то хвалим, то это тоже опасно для нас, поскольку те материальные люди, они полны материальных качеств, а те, кто наполовину вайшнавы или даже на 80 или 90% вайшнавы, то у них остаток все равно материален. И вот если мы говорим что-то, критикуем их или хвалим, то это может стать препятствием на нашем пути. Эти материальные темы могут стать причиной нашей обусловленности, поскольку если мы видим какой-то недостаток у какого-то преданного, и мы критикуем его, если то это может явиться в нас и осквернит. Это то, что мы критикуем в других. Это автоматически происходит. Мы концентрируемся, думаем на нем. Если мы кого-то критикуем или восхваляем, то мы думаем об этом человеке или об этом явлении, о его качествах, о его поведении, и таким образом теряем драгоценное время Харибаджана. Например, мы полчаса кого-то восхваляем и критикуем, то полчаса мы потеряли от нашего Харибаджана, и также мы не знаем, когда мы оставим наше тело, и поэтому мы не должны рисковать критиковать кого-то, либо восхвалять, но будьте осторожны. Поэтому Шрила Прабхупад говорил, из Пракрити и Пуруш, обе энергии, они творят этот материальный мир, те дживатмы. И таким образом этот материальный мир, он расширяется. И вот так эта цивилизация материально расширяется. Но гуру вайшнавы, они никогда не критикуют кого-либо, поскольку исправить эту материальную ситуацию — это умонастроение гуру вайшнавов. И поэтому, если кто-то что-то говорит или пишет из гуру вайшнавов, они говорят о себе как о слугах, буквально собаках гуру и вайшнавов. Они говорят, что я подобен собаке гуру вайшнавов. И чтобы поддержать качество, уровень вайшнавского этикета, вайшнавского мира, это обязанность великого вайшнава. So that everybody can get advantage, very nice advantage of bhajan. That's why they are speaking, writing this way. Actually, in Chaitanya Charitamrita you can find that Vaishnava Charito Sadai Pavitro Jehi Ninde Hingsa Kori Bhakti Vinod Nasamba Sitare Sada Thake Mounu Dhari. И вот Шрила Бхактивинод Такур говорит, деяния вайшнава очень всегда чисты. Если кто-то критикует его, то Шрила Бхактивинод Такур не хочет видеть его лица. И вот сейчас тот Бхактивинод Такур, который советует, что кто критикует гуру вайшнавов, Бхактивинод Такур не хочет видеть их лица. и он не хочет с ними говорить. И тот Бхактивинода Тхакур, он в каких-то статьях очень жестко критикует какую-то ситуацию, которая случается вот на пути баджаны. И Шрила Бхактивинода Тхакур, чтобы предостеречь нас, он говорит, как может быть, какие-то жесткие слова. И если мы хотим опросить, выяснить, сколько людей следует Шриле Прабхупаде, а кто следует каким-то непонятным лекторам, и можно увидеть, что очень достаточно малое число людей следует по-настоящему Шриле Прабхупаде. Мы выражаем почтение Шриле Прабхупаде, но такие спикеры, такие лекторы, они как бы выражают почтение Шриле Прабхупаде, но что такое выразить настоящее почтение Шриле Прабхупаде? Это следовать его наставлениям полностью. Чтобы выразить почтение Шриле Прабхупаде, нужно следовать ему полностью, не только вспоминать про него на день его явления и ухода. Это глупо, это неправильная концепция. И вот суть в том, что те, кто участвуют в этом дне явления или ухода, это не значит, что они выражают почтение Шриле Прабхупаде этим. И поэтому, когда Шрила Прабхупада оставлял свое тело около 6 месяцев до этого события, в Чатакпарвате Шрила Прабхупада и Винода, вот Винода сказал ему, что вы являете лилу болезни, я беспокоюсь насчет этого, и Шрила Прабхупада был вынужден сказать. Вот на день явления Шрилы Прабхупады Махарадж Пури будет более подробно говорить, что никто, Шрила Прабхупада сказал, что никто не принимает мое учение, мой вичар, и что толку находиться мне в этом мире. И также Шрила Бхактипамод Пури Госвами Махарадж сказал, смотрите на ту ситуацию, что я могу делать, находясь здесь. И потом он явил лилу болезни и ушел. Он просто спросил, что делать в такой ситуации, что я могу сделать, и что толку находиться больше здесь. И вот он явил лилу болезни и ушел. И такое также случилось с Шрилой Прабхупадой. И вот мы выражаем почтение Шриле Прабхупаде внешне, но внутренне не все выражают ему почтение. Если кто-то говорит что-то о каких-то вайшнавах, если Шрила Прабхупада был бы там, Шрила Прабхупада, он спросил, подобно льву, кто мы такие, чтобы говорить какие-то плохие вещи о ком-то, зачем мы пытаемся контролировать гуру вайшнавов, это не наша обязанность, это обязанность Шрилы Прабхупады. Он ачарья, все совершают харибаджан, мы должны думать все время. Это Парамхамса Даршан, что все совершают харибаджан. Только я не могу совершать харибаджан. Но это не значит, что Шрила Прабхупад был Парамхамса, и Бхактивинода Тхакур тоже был Парамхамса. И вот в каких-то статьях Шрилы Прабхупады можно видеть, что как будто Бхактивинода Тхакур критикует эту плачевную ситуацию, которая была в то время. Вот Саду Санга Пранали Вичару, например, это статья о том, как совершать Саду Сангу. So many articles. So many articles Prabhupada writing, Bhaktivinoda Thakur writing, it seems a heavy, writing heavily. Not only that, you can remember, when Guru Varga... Еще можно вспомнить, когда Гуру Варга... Actually, I know. Even Guru Varga, Chaitanya Mahaprabhu manifesting this level. Guru Varga, Brahmananda Bharati... Вот Брахмананда Бхарати, он нашел Гуру Варга, когда Брахмананда Бхарати, он одел тигриную шкуру, и Махапрабху узнал об этом, что Брахмананда Бхарати пришел, и он спросил, где же Брахмананда Бхарати, мы приведем его к вам. Нет, он старше, я должен идти к нему. И Махапрабху пошел. Он дал нам пример. А сейчас, к сожалению, такой высокий этикет потерян, и вот сам Махапрабху пошел встречать Брахмананду Бхарати. Но когда Брахмананда Бхарати пришел к Махапрабху, точнее Махапрабху пришел к нему, и Махапрабху спросил, где же Брахмананда Бхарати? Он Верховный Господь, Он все знает и показывает. Вот он, а Махапрабху говорит, это не Брахмананда Бхарати. Почему Брахмананда Бхарати, он никогда не одел тигриную шкуру? И Брахмананда Бхарати, он стоял перед ним, но Махапрабху не замечал его. Махапрабху говорил, что он не Брахмананда Бхарати, иначе бы он никогда не одел эту тигриную шкуру. Мы должны следовать Югта Вараге. И Брахмананда Бхарати, он подумал, что Махапрабху прав. Я хотел показать себя как отреченного человека, как самого отреченного. И поэтому он подумал, что, может, если я буду выражать так свое отречение, что даже не буду использовать никакой одежды, кроме тигриной шкуры. Поэтому Махапрабху, он такой изъявил такую лилу, что он его не заметил. И вот. To expose myself, I wanted to wear this tiger skin, so I can leave it. So tiger skin. И вот Брахмананда Бхарати, он выкинул эту тигриную шкуру, одел какую-то одежду, и тогда Махапрабху его сразу заметил и выразил его свое почтение. Он поклонился ему, и Брахмананда Бхарати сказал, что ты Сакшат Брахма, сам Верховный Господь. Зачем ты кланяешься мне? Но это был такой пример, данный нам Махапрабху, и те, кто могущественные вайшнавы, можно вспомнить. Они никогда не критикуют гуру вайшнавов, но они всем сердцем хотят установить Сиддханта-вичару. Если что-то неправильно, они хотят исправить эту ситуацию. И много раз такое случалось. И вот те чистые вайшнавы, они никогда не хотят никого критиковать, но Шрила Прабхупад, он был парамахамсой, как и Бхактивинода Тхакур, но все же они хотели исправить ситуацию, которая получилась. И таким образом они могли говорить какие-то жесткие слова, чтобы исправить эту текущую ситуацию, но мы не можем имитировать их. У них есть право совершать это. И вот Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, они писали так, и в Читании Читамрите говорится, что если кто-то из Гуру Варги говорят друг с другом, и я пример приведу из Бхагаватам Читракету Раджа. Он пролетал на своей вимане и увидел, что Шанкар Бхагаван сидит и говорит Харикатху перед Риши Муни с Гьяна Мудрой и его жена Шакти, Шива Шакти, Дурга, сидит на его коленях и обнимает его. И вот в Бхагаватам говорится, что Читракету, он обеспокоился и... И вот этот царь Читракету, он сказал, что он Шива Джагадгуру, Вайшнаванам Ятрашамбу, и он сидит в обнимку с женой. И что это? Он только это сказал, он так шутливой форме, но это Деви Майя, это жена Шивы, очень разгневалась. Она была настолько обеспокоена таким замечанием, спросила, кто ты такой, чтобы тот такие замечания делать. Даже Брахма здесь, и вот он ничего не сказал. А ты тут мимо пролетал и такие шуточки опускаешь. И она прокляла его, что ты станешь, родишься в теле демона. И тогда Читракету пришел, зашел со своего вимана, поклонился Деви Шанкару и сказал, что «О, Деви, я пришел к вам не для того, чтобы вы забрали свои слова назад, забрали свое проклятие назад, нет». Я пришел к вам не чтобы поклониться вам, а не для того, чтобы забрать ваше проклятие назад. Хорошо, я буду страдать, это может по воле Кришны. Так случилось, что вы разгневались, и вот он поклонился и ушел. Но Шанкара Бхагаван сказал, смотри, это качество совершенного Вайшнава. Ты обеспокоилась из-за его слов, прокляла его, но он не проклял тебя в ответ. Он достаточно могуществен, чтобы проклясть тебя, но он не проклял. Смотри на его славу. И вот таким образом случай с Чатушваном можно найти. Чатушван also giving cards to Jaya Vijaya. That case is different from Jaya Vijaya. But Chatusan thinking, I am going to curse them, criticize them to Vaikuntha Parsha. Oh my God, it's not good. И вот Чатушваны, когда они прокляли этих Вайкунха Паршадов за то, что они их не пустили на Вайкунху, потом пожалели об этом и смолились Господу Нараяне: «О Господь, мы прокляли твоих Вайкунха Паршадов Джая и Виджая, и из-за этого мы будем страдать какое-то время». Но все же мы молимся Тебе, что так или иначе благослови нас, чтобы мы не потеряли бхакти. И потом Господь сказал, что это случилось по его желанию, и бхакти они не потеряют, как эти четыре кумара, так и эти Джай-Виджай. И вот смотрите, Гуру и Вайшнава, они всегда они следуют каким-то правилам и предписаниям, и это особый совет Шрилы Прабхупады, что мы не должны критиковать никого. Это моя обязанность, что я говорю, если кому-то, каким-то ученикам, каким-то ачарьям, это мой долг исправить эту ситуацию. Но Шрила Прабхупад не потеряет смирения из-за этого. Те настоящие гуру вайшнавы, у которых нет никакой зависти. Если кто-то говорит что-то из зависти, это опасно, но когда гуру вайшнавы что-то говорят, что-то пишут, но это без какой-либо зависти. Они делают это с преданностью, чтобы исправить текущую ситуацию, как Вишну Вайшнава Раджа Сабха. Главная обязанность Вишну Вайшнава Раджа Сабхи была какова? Чтобы утвердить правила и предписания, чтобы никто не нарушал сидданты, не говорил никакой ереси и следовал тому, что нужно следовать. И вот сейчас в читании Бхагавати говорится, что кто-то из Гурварги говорит, о ком-то мы находим. Но как можно это в гармонию привести все? В читании Бхагавати говорится. Вриндаван дас Такур пишет, если Шанкар Бхагаван совершил бы какое-то оскорбление вайшнав, он вынужден был бы страдать от этого. Но мы видим, что Шрила Прабхупад иногда говорит жестко о каких-то других людях, но почему так случается? Суть в том, что они, такие великие вайшнавы, как Шрила Прабхупад, они полностью утвердились в Адвайгьян Таттве, и также Шива Шанкар, точнее, этот Вьясадев, он Шакти Вьяшаватара, когда он шел за своим сыном Шукадевом Госвами, и та шлока, которую он произносил, вот это. И вот Шукадев Госвами, он услышал эту шлоку, и Вьясадев Госвами, смотрите, он необычный человек, он Шакти Вешаватара, но те жены полубогов, они родились в Алакананде. Они живут в этих небесных, на райских планетах, точнее. И вот, когда они видели, когда Шукадев Госвами шел, они не закрывались, не стеснялись его, хотя были обнажены. Они никакой реакции вообще не выразили. А когда Вьясадев Госвами шел, то они уже сразу закрывались автоматически. Им стыдно было. И Вьясадев Госвами был удивлен. Он спросил: «О, Матаджи, я пожилой человек уже с такой бородой, а мой сын, ему всего 16 лет, когда он проходил, вы даже не заметили его, а когда я иду, я вам в отцы гожусь». А то и в деды, то почему вы стесняетесь? И поэтому вы должны помнить эту ситуацию в этом случае. Те жены полубогов, они ответили: до сегодняшнего дня у тебя есть твое сердце очень и очень чисто, но все же там есть какой-то остаток того, что ты не можешь понять разницу между мужчиной и женщиной, у тебя есть это представление, то, что они отличаются, ты но твой сын, он не видит мужчин и женщин отдельно. То есть он видит их как душу, которая пребывает в теле. И поэтому им не было стыдно перед ним. И вот я говорил уже, вот Махарадж говорил об этой шлоке. И как это было возможно для Махадева сказать такое. Почему-то Шанкар сказал, что я знаю Бхагаватату, Шукадев знает, а Вьясадев может знать или может не знать. Махарадж приводил пример, что подобно тому, как повар, хотя он готовит, но он может не знать вкус тех блюд, которые он готовит. И также Шрила Прабхупад говорит Шанкар Бхагаван, почему он так могуществен, почему Шанкар самый могущественный среди всех полубогов. Инда, Варуна, они все не служат своему Гурудеву непрерывно. Шанкар Бхагаван, он единственный среди всех полубогов, которые непрерывно служит лотосным стопам Анантадева. И поэтому Шанкар Бхагаван столь могуществен. Дальше Брахма, он обеспокоен. Брахма говорит, что ты дал мне такое служение. Но по милости Верховного Господа Кришны сейчас мне... И вот после того, как он услышал эти четыре шлоки, его беспокойство прошло. Jatamaham ti bhutani buddhisu uccavashishunu pravishtanna bhavishtani tathatishu notishvam etavadeva jigyasam tatta jigyasunatanaha annayatirikabhyam jatsat sarvato sarvada etatmatam samadhishta paramena samadhina И после этого, что он сказал, вот эти слова. И вот говорится там, что и вот последние слова вот этих четырех шлок. Господь говорит Брахме, что я сделал тебя главой этого творения, но все же по моей милости ты будешь знать все. Все лилы Господа, все и все, что связано с ним. И ты можешь развить полное знание благодаря моей милости. И что я хочу сказать, даже Брахма, он чувствует беспокойство. Но Шанкар Бхагаван, он, конечно, иногда Господь, он являет такие лилы, что Шанкар вынужден бежать за Махини, но это особые случаи, а обычно Шанкар Бхагаван, он не подвластен никакому вожделению. И вот он совершает свое служение Анантадеву круглосуточно. Но говорится Шрила Прабхупады, что если в Госвами, может, из-за какой-то причины было какое-то беспокойство в его Гурусеве, какой-то недостаток. И также можно сказать, что неудовлетворение не может быть в сердце таких великих преданных, но Вьясадев, когда он написал все писания, он сразу не чувствовал удовлетворения, и Нарада сказал ему, что ты не прославил имя, славу и лилы Верховного Господа абсолютным образом. Ты этого не сделал, и поэтому ты не чувствуешь удовлетворения. Нет такого насыщения, есть, и это одна единственная причина этому. И вот что я хочу сказать, если наша Гурварга, она утвердилась в Агьян-татве, то они не могут говорить об абсолютной истине. Если мы не утвердились в Агьян-татве, то тогда мы не можем говорить об абсолютной истине, у нас нету право, если мы разделяем мужчин и женщин, что-то плохое, хорошее и прочее. Но все же материалисты, они, которые живут в этом материальном мире, для них варнашрама дхарма, она эффективна. Поскольку Бхактивинод Тхакур пишет, что так долго, если они не входят на путь духовной жизни полностью, но все же варнашрама дхарма, у них она будет очень эффективна в этом обществе, до какого уровня? До того уровня, пока вы не потеряете все. А когда, пока вы не оставите самсару, и в тот день, когда вы полностью утвердитесь в Агьян-татве, то тогда варнашрама дхарма будет чем-то внешним. Но этого уровня еще достичь нужно до тех, пока у вас есть какая-то склонность к наслаждению, вы не можете достичь этого адвагьян-таттвы, вы не можете оставить варнашрама дхарму. И вот адвагьян-таттва, если мы не утвердились в адвагьян-таттве, но все же можно видеть, что Махапрабху дал нам такой урок, что даже Гуру Варга Брамананда Бхарати, он явил такое нечто необычное, которое не поддерживается преданностью, то Махапрабху он игнорировал его. В комментариях там Шрила Прабхупада это все описывает, и вот они не находят никаких недостатков в Гуру Вайшнавах, они просто хотят исправить эту ситуацию, они хотят, чтобы все следовали пути чистого бхакти. Если мы не заинтересованы в почете, и то есть если мы не... Если я не заинтересован в имени, славе, почете, уважении, то кто может остановить меня от того, чтобы я говорил об абсолютной истине? И вот это такова ситуация. И вот Шукадев Госвами, он ушел, и жены этих полубогов, они не чувствовали никакого стыда только потому, что Шукадев Госвами, он не видел разницы между мужчиной и женщиной. И вот когда он уходил от отца, он был утвердился в Брахма-таттве только в таком безличном Брахмане. И в то время он утвердился в этой Адвагьян-таттве, и он не видел разницы между... Он видел все как проявление Брахма. Куда бы он ни шел, все видел, как проявление Брабы. В Ясадева Госвами, когда он в этих нескольких шлоках рассказал о славе Кришны, то тогда он вернулся. И вот говорится, что хотя я был занят с Ниргун Брахма, но все же я чувствовал великое влечение к Кришне. И вот я начал с этой шлоки до тех пор, пока у вас не появится огромного влечения, стремления к Апракрита Камадеву, к трансцендентному Камадеву, то материальное вожделение, она может захватить нас. И вот Шукадев Госвами говорит, хотя я был поглощен безличным Браманом, но все же, когда я услышал о славе Кришны, о красоте Кришны, то тогда я не смог удержаться. Я плакал, когда же, где я могу обрести эту надежду слушать Харикатху. Это должно быть наше положение. И вот Шрила Прабхупад говорит, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, то, что они говорят, это никоим образом не критицизм. Гокишавадас Бабаджи Махарадж тоже что-то говорит, но это их слова, это не критика. Они утвердились в этой адвагентатве, они не видят разницы. И то, что они делают для нашего вечного блага, и для того, чтобы исправить эту ситуацию. И вот Туласидас говорит, что это обязанность Садгуру. Шрила Прабхупад говорит, Садгуру, Таттва Гьяни Гуру. Они говорят что-то необычное иногда. Но ученики не должны этого делать. И поэтому Таттва-гьяни Пуруш, и они могут это делать, а если ученики их имитируют, это становится причиной их падения. И вот в читании Бхагавати Вриндавандас Тхакур Макаши говорит, что если кто-то из нашей гурваги говорит что-то против другого гурваги, нам не нужно думать об этом. И пример приводится, что если два слона с другом борются, то если мы будем помогать какому-то слону, то можем умереть в процессе. Мы видели Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж и Шрила Бхактивинода Тиртха Махарадж Кунжада. Иногда они критиковали друг друга. Мадхава Госвами Махарадж не критиковал, но его критиковали за что-то. Махарадж не хотел этого говорить, но там ситуация такая сложилась. Не хочу об этом говорить. И вот Махарадж написал также книгу «Жизнеописание» этого Вайшнава Кунджа. Да. Но еще не опубликована эта книга. Там причина какая-то была. И вот они просили Махараджа написать что-то о его славе. Когда он написал, то дал это, Махарадж дал это, вот то, что он написал, но вы заметили, те, кто попросил Махараджа написать эту книгу, не заметили, что о них там ничего нет. И поэтому они не опубликовали еще эту книгу, не одобрили, но опубликовать так не смогли по этой причине. Вот такая ситуация в этом современном мире. И вот мы видели, что если кто-то из гурварги говорит что-то о какой-то другой гурварге, то мы, обычные люди, подобные насекомым, И если такой слон наступит на нас, то просто раздавит. Гурварга, у них есть свое настроение, почему они что-то говорят так или иначе. А что мы можем сделать? Мы можем попросить их, что это следующее поколение может понять неправильно, и поэтому Вриндаван Дастакур говорит, что если два вайшнава спорят на какую-то тему, если мы примем одну сторону кого-то, то это очень опасно. Мы должны находиться на нейтральном уровне, если да, а если мы примем чью-то сторону, то это очень опасно. Мы не должны этого делать. Мы должны нейтралитета придерживаться и не участвовать в таких спорах, когда Радхарани и Чандравали, они спорят друг с другом. Они часто спорят почти всегда. И если такой спор происходит, но это они спорят для одной единственной причины, для Кришна Севы, то мы можем выразить почтение такому спору. Как вот этот спор был между Мадхава Госвами Махараджем и Кунджадой. Мадхава Госвами Махарадж бы хотел построить что-то на месте явления Шрилы Прабхупады, а они что-то там против были. И вот если идет спор насчет Сиданты, насчет Сева, то и вот если они спорят ради великой цели Кришна Севы, то мы можем выразить почтение такому спору. Но мы не должны критиковать их. И вот если что-то необычное случается, мы не должны вставать на чью-либо сторону, это опасно для нас. И поэтому мы находим Шрила Прабхупаду, он иногда жестко говорит против каких-то ачарий, каких-то вайшнавов, но у нас нет права говорить об этом. И вот как мы можем привести в гармонию все это, где Туласидас говорит, это обязанность садгуру показывать нам, что тут какая-то ошибка, здесь апасиданта и прочее. Когда Кешав Госвами Махарадж Винода, он очень жестко говорил против какого-то своего брата в Боге, нашей Гурварги, и Винода очень жестко говорил, но все же для него это никакая не проблема. И вот он сказал, что вот Сиданта того вайшнава, который написал это, она неправильно, и у нас нет права говорить этого. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж жестко критиковал его, не хочу называть его, то, что он написал. И однажды Шрила Мадхава Госвами Махарадж написал Хайгрив Брамачари, когда Шрила Прабхупад ушел в то время, и Хайгрив Брамачари говорит: ради какой-то причины я отправился в Мамгачи, место Вриндавана Дастакура Мододрумдвип. И вот Хайгрив Брамачари говорит: я слышал от Бхарати Махараджа. Бхарати Махарадж раньше говорил мне какие-то такие сокровенные вещи, потом его изолировали от всех. И вот Бхарати Махарадж говорит Гуру Махарадж, Хайгрив Брамачари, он однажды отправился в Мамгачи, вместо явления Вриндавада Стакура. И там один из его братьев Боги, который оставил Шрилу Прабхупаду и присоединился к какому-то другому обществу. И вот он служил там, в этом Мамгаче, там лес был практически, какое-то маленькое алтарное, и все. Даже там отдохнуть негде было. И Хаягрива Брамачарья сказал, когда встретился с этим его братом Боги, не хочу его имени называть, и вот, чтобы показать Сиданту, я говорю об этом. И в то время Хаягрива Брамачарья сказал, и вот я встретил с этого своего брата Боги, который оставил Шрилу Прабхупаду, и он был там этим, кто все служение выполнял. И вот они говорили какое-то время, и потом он начал киртан петь. Вот этот киртан. И Хаягрива Брамачарья, он сказал, я не мог представить. Внешне видно было, что он оставил Шрилу Прабхупаду, но когда начал петь этот киртан, этот киртан, он затронул мое сердце. И Хаягрива Брамачарья говорит, я чуть не расплакался, какой прекрасный киртан. И как можно сказать, что они сердцем оставили Шрилу Прабхупаду. И вот этот ученик Шрилы Прабхупады, который внешне оставил Шрилу Прабхупаду, в последнее время он был на Радхакунде, и перед тем, как оставить тело, всю ночь ходил вокруг Радхакунда, как сумасшедший. И вот всю ночь он так ходил вокруг Радхакунда и повторял именно Шрилу Прабхупаду и просил прощения у него. И перед своими учениками у него было тысячи учеников, и он сказал, смотрите, что случилось со мной. В какую ситуацию я попал, я совершил оскорбление лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и это причина всего. И он плакал и очень сожалел, хотя внешне можно что-то сказать, они братья в Боге, но мы не имеем права этого говорить, мы должны выразить почтение им всем, что кто-то из Гурварги говорит что-то другое нашей Гурварги, но мы... Это их личные дела, их сердца чисты, они получили милость Шрилы Прабхупады, иначе как они могли совершить столько служения? И вот, смотрите, обусловленное состояние, оно очень опасно. И те обусловленные души, которые стремятся к наслаждению, они не могут избежать наслаждения. То есть какие-то люди, которые не могут избежать, но они выбирают Гурудева по принципу, чтобы он им побольше разрешал. Если какой-то ачарья будет говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, то кто же будет слушать его? Очень мало таких людей останется, поскольку он знает, что если будет будут говорить таким образом, то популярность они потеряют, и поэтому многие такие так называемые ачарьи не говорят об абсолютной истине. И вот смотрите, обусловленные души всегда стремятся к наслаждению открыто или скрытно как-то. И Шрила Прабхупад говорит: до тех пор, пока мы не разовьем стопроцентное настроение служения лотосным стопам Таттва Гьяни Гурудева, то до тех пор никакого прощения нету. На Бенгале вот так это звучит. Майя, она хочет найти какую-то дырку, через которую она войдет в наше сердце, какой-то такой недостаток. И Кали также, я все время говорю, что они... Кали находит какой-то недостаток, через который она может войти в наше сердце. Кали и Майя, они подобно какому-то совместному предприятию. Они вместе пытаются как-то попасть в нас и создать какие-то проблемы, чтобы мы не могли совершать баджан. Харибаджан — это не шутки. И вот если мы говорим о абсолютной истине, абсолютным образом, то такие люди часто теряют популярность. И поэтому они не говорят об абсолютной истине, чтобы не потерять какую-то популярность. И вот Шрила Прабхупад говорит: до тех пор, пока мы не разовьем такое умонастроение служения, непрерывного служения 24 часа в сутки. То до тех пор нет спасения в нашей жизни. И те, кто слушает харикатху от каких-то великих вайшнавов, то все же, если у них есть какой-то вайшнава апаратха, то эта харикатха, она не может принести нам полное благо. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто слушает харикатху от великих вайшнавов, все же эта харикатха, она не может дать нам полное благо, если в нашем сердце какие-то оскорбления. И вот таким образом проповедь, поле проповеди так осквернено. Мы не можем показать ни единого случая, когда мы сможем услышать о том, что говорил Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад, когда был жив, он говорил, что никто не может говорить о том, что могу я говорить. Многие избегали этих тем. И вот обусловленная душа, она может находиться в обусловленном состоянии бесчисленное число времени. Some condition I put, if they are going to take help of Harikatha, what is Harikatha? Примут помощь от трансцендентной харикатхи. Но как понять разницу между трансцендентной харикатхой и материальной? Если мы после того, как после слушания харикатхи мы слушаем, мы чувствуем какую-то позитивную реакцию в нашем сердце, то будьте уверены, что это настоящая харикатха. И вот обусловленная душа может избавиться от майи, если они слушают харикатху, служат Гуру Вайшнавам и Бхагавану абсолютным образом. И Вьясадева Госвами Шрила Прабхупад говорит: не... И вот у Ясадев он был из-за того, что он не постоянно служил своему Гурудеву, он чувствовал такую неудовлетворенность. И вот Шрила Прабхупад написал одну статью, в следующий раз Махарадж будет говорить об этом. Это день ухода Шрилы Шанта Госвами Махараджа. И вот Шрила Прабхупад написал статью «Бадха, Татастха и Мукта». Души в освобожденном, обусловленном и пограничном состоянии. Это три состояния душ, обусловленных душ, число джив бесчисленным. Они исходят из Верховного Господа. Мы знаем, когда мы говорим, что дживы исходят из Верховного Господа, то вопрос творения возникает. Но эта концепция неприменима здесь относительно нити. Дживы, они нити, они вечные. То, что новые дживатмы производятся, это не так. Дживатма количество бесчисленно. Когда они созданы, сложно сказать, поскольку с незапамятных времен. То есть кто-то может спросить, когда же эти дживы были созданы, но если мы находимся в связи с Анантадевом, то глупо спрашивать, они без их, как бесчисленное число, так и созданы в какие-то незапамятные времена. Внутренняя энергия Господа, внешне они обе вечны. У нас нет силы, чтобы победить эту иллюзорную энергию майя, только если мы получим милость саду, гуру и вайшнавов. Я всегда говорю об абсолютной истине, что мы должны получить милость чистых гуру и вайшнавов, которые избавились от майи. Те, кто не пересекли материальный океан, кто может помочь нам. И можно видеть, что если кто-то, находясь в океане майи, как он сам может помочь нам пересечь этот океан майи. His activities, Siddhanta or Vicha or proof can give evidence. So, Jivas are and Supreme количество бесконечно и Supreme Lord there. Now Supreme Lord. И вот они так и находятся. И вот из Верховного Господа исходит Баларама, а из Баларама можно видеть, бесчисленные дживы исходят, чтобы поддерживать служение Кришне. А точнее, вот эти из Баладева мукта дживы исходят, которые служат Кришне. Дживатма не исходит из внешнего. Из Татастха Шакти, из Джива Шакти, из Джива Шакти. Дживы исходят, а дживы, у них нет места. У Джива Шакти нет такого прямого места внутри Кришны. И в то же самое время их нельзя выгнать из Кришны. Это такая чинтия, беда татва. Их и внутри нет, и снаружи тоже нет. Они посередине где-то, и в ахте мукта дживы, когда Кришна когда Кришна Чайтанья Махапрабху, он давал санатана шикшу, он говорил, что эти дживы разделяются на две группы. Татастха джив нельзя видеть. То есть есть обусловленные дживы и вечно освобожденные мукта дживы. Такие свободные души, они служат всегда Кришне. Обусловленное состояние, обусловленный душ, она может кончиться сегодня или завтра, или еще когда-нибудь. Это не значит, что обусловленные души, они вечно обусловлены. Их обусловленность когда-либо кончится. Bonded condition of bonded soul can come to an end, provided they are going to enjoy Sharup Shakti Kipa, Bhakti Devi Kipa. Если они получат милость Сваруб Шакти через Гуру и Вайшнавов, то тогда они могут избавиться от своей обусловленности, и поэтому говорится о важности саду-санги. Кришна Бхакти Джанма Мул Хой Садусанга. Мул значит коренная причина. То есть способность этого в дживатмах есть. Это не значит, что дживатма не может обрести бхакти. Все дживатмы, они исходят из Кришны. У Кришны есть бхакти, и поэтому такие души тоже есть возможность обрести это бхакти. Единственное, что мы должны делать, это служить всем сердцем Гуру, Вайшнавам и Бхагавану, иначе мы не сможем обрести Таттва-гьяну. Но этот Таттва-гьян, он недостаточен, чтобы защитить нас от майи. И вот в случае с Аджамилом, он не такой, он был достаточно морален, уважал старших, и отца, мать и прочих, он всех уважал. У него было достаточно любви к Гуру и Вайшнавам. Также он служил шалаграмам, ходил собирать фрукты и цветы. Нельзя сказать, что Аджамил был полностью такой бесполезный, но говорится, что столько веры, таттва-гьяны, читбола, духовной силы не было у него, чтобы защититься от майи. Он увидел какие-то вещи, которые привлекся. И поэтому Аджамил, он пал. И вот это очень опасно, и нитья паршады, нитья мукта дживы, они все вечные спутники, они совершают служение на Галоке. Когда из Мул Санкаршана, Маха Санкаршана исходит Читарвьюха, потом Вайкунтха тоже из Санкаршана, и какие-то дживатмы, которые вечно там находятся, они служат на районе там, а обусловленные души, они находятся в таком обусловленном состоянии. Они нитья бахимукхи, они вечно отвернуты от служения Кришне. А татастха дживы, так или иначе, если у них будет возможность выразить свое желание служения Кришне, то тогда они смогут из этого пограничного состояния перейти на духовный уровень. Guru Krishna Prasadeva Bhakti Lata Bij. Be careful. Bhakti Lata not Bhakti. Bhakti Lata Bij. В этой шлоке говорится, что вот говорится, что не Бхакти, а Бхакти Лата Бич, семя Бхакти, семя Ляны преданности. И вот из этого семени может вырасти Ляна преданности, если мы поливаем ее водой слушания и повторения. Шридарда Госвами Махарадж приводил прекрасный пример, что лотос, он растет в земле, имеется в виду там, в такой грязной воде, очень такой мутной. Но солнце ему также нужно. Если лотос, он получит достаточно солнечного света и воды, и воздуха, свежего воздуха, то тогда можно видеть, что этот лотос, он распустился в своей полной красоте. Если у этого лотоса лотос оставит свою связь с водою, вода, она подобна гуру и вайшнавами. А этот чистый воздух подобен баджану, киртану и харикатхе, а солнечный свет и Кришна Крипе, милости Кришна. И вот если этот лотос оставит связь с гуру вайшнавами, имеется в виду с водой, то солнце своим светом сожжет его, засушит. Хотя тот же самый свет, который может защитить нас, когда мы принимаем прибежище у воды, имеется в виду у гуру вайшнавов. А если такой лотос оставит эту воду, то солнце просто засушит его. Both you will have to be maintained. You have to take shelter of Guru Vaishnava 100%. И вот мы должны принять прибежище у гуру вайшнавов, совершать харикатху и харикиртан. И в то же самое время мы можем получить милость Кришны. Кришна Крипа, она следует за гуру Крипа. Я сказал уже, когда мы получили милость гуру вайшнава, чистых гуру вайшнава, Шрила Прабхупад говорит: будьте уверены, сегодня вы обретете милость Кришны. Если вы получили милость гуру вайшнавов, то будьте уверены, что вскоре вы обретете милость Кришны. Без милости гуру вайшнавов нельзя обрести милость Кришны. И вот обусловленное состояние очень такое болезненное, и мы должны понять это и пытаться исправить наше положение. И вот таким образом. Как развить свое влечение, стремление к Кришне, гуру и вайшнавам. Когда апака, это трансцендентная харикатха, киртан происходит. То мы не можем слушать харикатху и какие-то материальные вещи. Махапрабху, когда говорил Санатана Госвами, он что сказал? Что не нужно стремиться к каким-то мирским разговорам, к каким-то стремлению как-то красиво одеваться и хорошо есть, и слишком большим изыском в еде и в одежде. И вот Махапрабху говорит Рагунатхе, что чтобы он не смотрел ни к чему материальному, не обсуждал это. Это слушать и говорить не одобряется. Также не одобряются какие-то изыски в еде и одежде. while walking down the street, taking bath, eating, don't stop speaking Krishna. Мы всегда должны воспевать имя Кришны. Идем мы куда-то или что-то делаем, то Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, что мы должны всегда повторять это святое имя Шри Кришны и совершать служение руками, и когда и вскоре оно явится внутри нас. И вот на сегодня конец. For Vishwanath kind of preaching style, that's why he was bound to do. But repeatedly we requested to change this move. Chaitanya Charitamrita, first Adi Leela, 12th chapter, 12th. Remember, 12th chapter and 12th floor. You can go and see the following. With full respect, with love. I have full love because I am 100% sure. Without the Kippa Prabhupada, it was not, Bhakti Siddhanta Saraswati, it was not possible for him to preach so big way. All the time, from my young age, I love him very much. But they are putting question, I must answer this way. They haven't. Pure Guru never criticize anybody. That is a. So, anyway, if you have any question, you can put. I was asking you, so how is it to make advancement spiritually? How is it you start from chanting your rounds and going up? Because sometimes the rounds become very difficult. Actually, point is that you are right. Как повторить больше харинам, поскольку иногда сложно повторить. Вот Махарадж говорит, что ситуация сейчас хуже, даже 20 лет назад не так плохо было. Из-за каких-то новых технологий кто-то пользуется их преимуществами, кто-то, наоборот, недостатки только использует. И вот сейчас ситуация очень такая плоха, что многие не понимают, что такое Харибаджан. Чтобы понять, что такое Харибаджан, это займется долгое время в этой жизни. Вы можете достичь успеха, если вы полностью предадите. Махарадж пример такой приводит, подобного тому, как броситься в огонь. То есть нужно видеть, что истина и популярность — это разные вещи. Сейчас, даже если сам Шрила Прабхупада придет, я имею в виду Бхакти Сиддханта Сарасвати, то сколько людей будет следовать ему или Шрила Бхактивинода Тхакура, когда говорил Харикатху Сванада Сукада Кунджи, он... Вот он после вышел на пенсию, это было в конце 1900 года, он построил эту Сванаду Сукада Кунджи, и вот он говорил Харикатху Бхагавад-катху, и слушалось его лишь 2 человека. Кришнадас Бабаджи Махарадж и Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. Я сидя на Вьясасане, говорю, это и та Вьясасана, она была там сломана. А это, в смысле, цементное какое-то возвышение было. Там Шрила Бхактивинода Тхакур сидел и говорил Харикатху. И Горкишор Баба приходил, и Кришнадас Бабаджи Махарадж, иногда там кто-то еще. 1, максимум 2 присоединилось, но это не значит, что Бхактивинода Тхакур не говорит Харикатху. Хотя можно видеть, что какие-то обманщики говорят какие-то лекции, из-за их лекций все слушатели потом одни проблемы получают, и такие лекторы не могут никому помочь преодолеть маю. Такова ситуация, и нельзя ожидать, что тысячи людей будут приходить и слушать. Даже если перед моей смертью я смогу найти одного или двух людей, которые поймут слова Шрилы Прабхупады, то я буду очень доволен, как моего Гурудева. Кто-то спросил, какой-то этот офицер спорттраста, и вот он пришел и спросил, что вы столько пишете, кто же читать это будет, что времени ни у кого нет читать. А Шрила Пури Госвами Махарадж, он сказал, что я пишу не для того, чтобы тысячи людей читало это служение, которое дано мне Шрилой Прабхупадой. Я пишу о своем чувстве. Если я найду, что один человек из всего мира прочтет и примет это, то я пойму, что те усилия, которые прикладывал к написанию всего этого, они стали успешными. И вот мы должны сконцентрироваться на баджане, на лотосных стопах гуру Вайшнавов. Когда какие-то вопросы приходят, моя обязанность ответить. I can get harmony with Swami Maharaj, with Bonu Maharaj, or I can get harmony. I love them very much. And maybe they have some speciality. What is the teaching technique adopted by Maharaj? И вот как проповедовал Шрила Бхактивидэнда Свами Махарадж, у него особый стиль проповеди, и мы просим, если что-то из Гурваги что-то сказал, то мы не всегда должны это печатать. И вот Шрила Бхактивидэнда Пратиртха Госвами Махарадж сначала попросил их. Но они не изменили потом. Шрила Свами Махарадж был уникальной личностью, так без милости Господа он не мог проповедовать. No problem. Follow, you see. So now you will have to follow Bhaktivinoda Thakur. И вот мы должны следовать Шриле Бхактивинода Тхакуру. Бхактивинода Тхакур говорит, мы должны непрерывно воспевать святы, именно особо благоприятно. Мы живем в Навадвипа Дхаме, мы должны воспевать Панчататтва Харинам и слушать. Не только это, что мы слушаем 2 часа Харикатху, а потом 2 часа непонятно, что слушаем, это плохо. Можно видеть, что какие-то книги под видом Харикатхи, они полностью противоречат Сиддханте Шрилы Прабхупады. Those are going to organize referee. If some referee, when I was young boy, then one referee used to arrange, master in our school, and to make group. Hey, you are in this group, you will say. You are in this group. Follow. When Supreme Lord going to make two groups for playing, you cannot say that Supreme Lord having this kind of one-off disparity, partiality. Because Supreme Lord already giving freedom to everybody. И вот Верховный Господь отдал свободу всем. Но значит, такой пример, что если бы не было бы вечно свободных душ, то откуда мы обрели бы идеализм такой? Кто-то может избавиться от обусловленности и достичь освобождения, но когда Бхагаван Шри Кришна являет свои лилы, то может быть две группы этих джив. Но Бхагаван Шри Кришна, он дает милость всем. И вот я могу привести такой аргумент, что Сварупа Джива, она изменяется или не изменяется. И вот Махарадж будет об этом в дальнейшем говорить. What does it mean when Prabhupada says that if Narayan or Krishna gives himself, he holds little bit back, but when a Vaishnava, they can give Krishna or Narayan fully? Srila Prabhupada said that if Narayan gives himself, he holds little bit back. He is holding little bit back. But if the Vaishnavas, they give Krishna or Narayan, they give him fully. But there is one condition. Provided there is no duplicity inside you. You miss this point. If I have no duplicity, I am 100% straightforward. In that case, вопрос в том, что если Кришна, он открывается сам нам, то не полностью, а если по милости Гуру и Вайшнавов, то полностью. Кришна, когда он открывает, проливает на нас свою милость, но Кришна не столь милостив, как Гуру и Вайшнава. Гурудев, он тоже Кришна в каком-то смысле, но есть особенность. Милость может проявиться через Гуру и Вайшнавов полностью, а Кришна, он оставляет за собой право не проявлять полностью эту милость, и поэтому мы выражаем почтение Радхарани, это так, кто организовала милость для всех тысяч и тысяч живых существ. Радхарани, она может заставить Кришну отдать нам всю свою милость. Радхарани, она может своей любовью, она может управлять Кришной. There is special mass incarnation, that's why you see. So we cannot... Why is so dangerous? Why spiritual life is so dangerous? So dangerous in Kali and Maya. Почему духовная жизнь так опасна? Кали и Майя, она мешает. Сейчас такие дни приходят, что можно найти, что никто не хочет жениться и жить такой обычной жизнью домохозяина. Эти 100 лет даже в Индии. В Индии, конечно, может быть какие-то такие с умонастроением домохозяев, но в других странах такого нет. То есть люди, которые не могут себя контролировать, как они могут Кришну обрести? Далеко не каждый может отдать свое сердце Кришне, и мы должны Если смотреть за своим общением, мы должны иметь контроль над нашим общением, мы должны смотреть, с кем можно общаться, с кем нет. И в дальнейшем я могу вот обсуждать эту статью Шрила Бхактивинода Такура, как мы должны совершать саду-сангу. И сейчас под именем Харибаджаны Харикатхи много обманщиков. И вот в, как, например, в магазине драгоценностей, эти драгоценности очень дорогие, и в такой магазин драгоценностей приходит один там человек или два за весь день, а то и вообще не приходит. А магазин продуктовый, например, там постоянно очередь. That time salt was 5 rupees, 3 rupees, 2, 5 paisa, 3 paisa. Вот Махараш рассказывает, когда он был маленький, мать его посылала за магазин за солью или еще чего-нибудь, что кончалось постоянно. В те времена соль стоила 3 копейки или меньше даже. But why now not so many they take him back? Not so many. No, because that was a special case. That was a special case. Вопросы после Шрилы Бхактивинода Такура много таких гора паршадов, вечных спутников Верховного Господа не явились. А сейчас почему не происходит такого? Махарадж говорит, что время сейчас другое, то было особое время, что говорит о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуре, я имею в виду. Вот 70-80 лет назад где-то, вот я говорю о 1800, ну, в конце этого 1900 года, вот за эти 100 лет так много Махапуруша явилось в этом мире. И это не всегда является, если ситуация какая-то оскверненная, то как они могут явиться? Даже отца и мать достойного редко можно найти, и поэтому Шрила Кешава Госвами Махарадж. Я очень люблю и уважаю Шрила Кешава Госвами Махараджа. Почему? Вот он говорит, что мы должны организовать какое-то учебное заведение, чтобы учить, как нужно жить идеальной семейной жизнью. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж написал книгу против убийства коров. И Бабаджи Махарадж впоследствии тоже написал саду. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что если мы заняты только своим храмом и гостиницей, то как можно обрести связь с Анантадевом? Сначала мы не сможем стать нейтральным. Кто-то думает, что он с Искона, кто-то еще откуда-то. Искон тоже к Гаудия Матху относится. Он произошел из Гаудия Матха. Свай Махарадж, наш брат Боги. И почему многие так разделяют и не имеют такой нейтральной точки зрения? И вот те, кто получили милость Гурудева и также потерять милость Гурудева, занимают часть секунды, и поэтому мы должны быть очень осторожны и молиться о Кришна-баджане. И в этой жизни мы можем достичь Кришны, не нужно ждать следующей жизни, чтобы его достичь.